А это пушечка. А это салютная пушечка. Для салюта нации, ну просто для салюта. Ну, я хочу же не нет. Всего ничего, сутки на поезде. У нас на поезде ехать сколько? Неделю. 6-7 дней. 11 тысяч километров, 9 тысяч километров до Москвы. О, вот это у нас комплекс ОСА, да? Anti-missile system, ОСА, да. Система контроля, систем контроля. Выезжает просто от крышки, открывается полка, да, вот он. Разъезжается, и оттуда поднимается сама пусковая установка, на ней сразу две ракеты. Развернулась, стрельнула, ушла вниз, взяла еще ракеты, выехала. А показать? Да я люблю свое дело. Не за деньги служу, я люблю за дело. Вот вам говорю, почему она сиська. Система управления S-300, потому что она, ну, выглядит так. А почему одна? Ну, все, не знаю почему. На больше денег не хватит. Так и три их две, одна спереди, другая сзади. А что она делает там? Она управляет, вот, мы проходили, вот эти красные покажем, там S-300, Ford, вертикального взлета, ракета подбрасывает, она как паровая турбина, выбрасывает, она потом завелась, развернулась, куда и полетел. Так, чум. Так, а это управляет? Да, это и управляет. Базированная антенная решетка специально. Вот тут под нами как раз торпедный аппарат. Вот здесь вот парель открывается. Он разворачивается на 30 градусов. Там 5-трубный торпедный аппарат. 533 миллиметра. Стандартный для советского флота. Да? И стреляется. Дистанция все зависит. Какая 15 дистанция? Километров. 15 километров, но по рекомендациям до 8 километров у всех здесь. Потому что там... Зигзаг, один угол отворота, второй угол отворота, это... А где ваш капитан? В городе гуляет, будку пьет.